знать, это кто привез, узнали. И о себе в трех словах. Три слова про себя. Вы говорите, выходите и говорите, меня зовут, ну там, Оксана или как еще. О себе в трех словах. Три слова, какие вы скажете о себе. Потом, да, вытаскиваете что-то из-под куртки, берете это и рассказываете, зачем вы это взяли в поход. Да, начнем с мальчиков. Давайте с Петя, а вот там с края. Стоите, иди сюда. Петя, иди сюда. Вот как стоите, так и будете. Да, мы так с края. Давай, давай, давай. Я Петя. Он Петя. Все Петя. Вкратце рассказать? Он любит Петя. Трех словам. Я сейчас приготовил. Речь приготовил. Это биография. Ну, когда еще были динозавры, я родился. Я сказал, как я родился, когда были динозавры. Не подсматривая, просто не поднимая куртку, руку туда пихай, да, аккуратно. А долго я могу еще? Нет, нет, быстро подай еще первый попался и тащи. Тащи. Давай, бери уже все мороженое. Оно не вытаскивается. Ты чего? Себе. Следующий. А можно перестать? Рассказывай, зачем тебе это в походе? Раскидывай. Видишь, очень умный походе. Грелка, грелка. Когда вам будет холодно, вы можете его положить к себе, и будет очень тепло. Это раз. Почему же полезно? А вы думаете, что он включенный и нормально? Электричество не обязательно, само мнение самое важное. Во-вторых, когда придет медведь, и нечем будет отбиваться от него, вы можете дать медведю утюком горячим. А что еще? А, он называется Скарлет, женское имя. Я надеюсь, что она согреет меня. Молодец, молодец. Молодец, как вы не можешь сложить пакет. Дальше. Меня везде ждут приятности.
Так, сейчас посмотрим. А может, с этой стороны? Смотрите, сейчас что посмотрим. На меня? Ну, давай, давай. Еще очки не видишь. Да, давай, сейчас. Она еще и грязная. Как сказал Артем, специально, чтобы не перепутали с чем-то еще. Да. Да, это Петя. Долго не курю, наверное, я ее возьму в поход, чтобы помыть. Не стреляй, мать! Сейчас, здесь все стерильно и чисто. Спасибо, Даня. Леша. Это была песня. Всем добрый вечер, я завтра. О себе, а я вот сейчас вытаскивать отсюда. Очень полезная вещь в том плане, что все, что было здесь вытащено, вот этим можно почистить. Вот. Спасибо большое. Ну все, вообще, кровочки. Отлично, молодец. Так, Света. О, здравствуйте, меня зовут Света. Что мы можем сказать? Мы сейчас собрались. Потому что велосипед — это движение, а движение — это жизнь. Вот даже не вставайте сейчас. Отличная вещь. Да, действительно, отличная вещь — это тарако. Вот. Но зачем мне ее можно взять в поход? Например, мне понадобится где-нибудь дырочки сделать обязательно. Ну, чтобы... Да. Ну, вдруг действительно такое... Ну, дырочки, и туда можно взять какие-нибудь хомутики. Почему бы и нет? Это можно использовать как инструмент. Этим можно еще что-нибудь заколачивать. Этим можно кого-нибудь стукать, на самом деле. Вот. Ну и, в общем, можно кому-нибудь просто подарить и, в общем, подумать дальше о 20 граммах вещей. Спасибо. Молодец, Кадиша. Димка, иди сюда. Дима зовут меня. Ну, что говорится, крути педали, пока не дали. Это о себе, что ли? О, он как раз это хотел. Вещь очень нужная. На любом мероприятии, даже в походе, надо быть галантным. Вдруг день рождения, а ты не при костюме. Завяжи! А зачем трос вязать? Намордник, ошейник, не надо, ошейник, Вина тебе завязать? А можно? Условно висели. Ну ладно, короче, давайте иди навязывай карту. Все, я понял. Крути педали, пока не дали. Походи этот незаменимый трос, если, допустим, Леша Ивашкевич сломает, я его за галку дотащу до ближайшей дистанции. Я был сам. Леша, напомню. Кладись пакет.
антенна, медведь, медведь, антенна. Ну, давай, зачем? Ты лучше покажи! Повернись и покажи всем, как это работает. Венчик, тесто. Интересно. Я так подумал. Белошлем, да? Белошлем, антенна. Молодец, решили. Космоса. Вместо GPS. Не расходитесь, никуда.